Всем привет, друзья! С вами Закупыч, это ваша любимая рубрика по ссылочке от подписчиков. И откуда приехала эта посылка? А приехала она из города Новосибирск. Вот. Давайте откроем посылку из города Новосибирск и посмотрим, что же нам прислал подписчик или подписчица. В общем, сейчас нам все станет понятно. Огромное спасибо всем, кто присылает ваши посылки. Адрес, куда вы можете присылать ваши посылки, написан в описании. А вы, если любите смотреть эту рубрику, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Вот. Опа, смотрим. Также там еще будут внизу описания на мой Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзене видосы выходят тоже, как и на Ютубе. И на мой Телеграм-канал я там пишу всякое интересное и не спамлю. То есть в телеге я пишу только по делу. Так, смотрим. Вау! Посылка от Даньки Бананьки Дойнбан. Ты топ! Город Новосибирск, отправитель. Подарки внутри. Ты посмотри, как прикольно. Банан. Данька, бананька, доньбан. Ты топ. Вау, слушай, это из воздушного пластилина сделано. Такой подарочек. Очень все качественно сделано, профессионально. Круто. Так что у нас за штиблеты здесь? Темно-синие кеды вот такие, да? Это из магазина Кари, по-моему, нет? Или откуда? А, это из Валберес. С Валбереса обувь покупали. Так, напишите в комментариях, как там у вас обувь. Нормальная, качественная. Опа. Открываем коробочку. Вау! 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 Это просто офигенно! Вы посмотрите, это просто мастер лепки из воздушного пластилина прислал эту посылку. Хорошая семья. Спасибо большое. Все, это отправляется мне в коллекцию Закупыча. Мы, кстати, у Милана в комнате сделали отдельный стенд с вот эти именно, где Закупыча сделаны. Вот, это отправляется туда. Она, кстати, доехала, смотрите. Все хорошо, вон стоит, красиво. Вот так в уголочек их поставлю, чтобы они смотрели. Письмо от Даниила. Привет, я Даниил, я отправил тебе эту посылку для того, чтобы ты получил игрушки и самодельные игрушки. Удачи, ты Закупыч, я Данил. Данил Банан, поняли, он себя как ассоциирует. Прикольный, прикольный такой этот самый у тебя никнейм. Так далее, что это такое? Мой канал Данбан. О, ссылочка на его канал в описании, подписывайтесь на его канал обязательно. Напишите хотя бы ему в комментариях то, что спасибо, привет тебе от Закупыча, если не хотите подписываться. Но я всем советую подписаться. Так, тут у нас, по-моему, киндер. Или что это? Слушай, что это такое? Подсолнух? Ничего себе! Слушай, ты какой-то профессионал, да, я смотрю? Ты профессионально лепишь всякие штуки. Вау! Подсолнухи. Ну, я его так и оставлю, вот так в коробочке. Вы посмотрите, какой красивый подсолнух. Очень красиво смотрится. Дальше. Дальше тут целая куча наклеек. Вау! Может быть, я соберу всю коллекцию теперь? Потому что мне много каких наклеек не хватало до коллекции, до полной. Надо, кстати, будет сейчас мне достать ленту и поклеить наклеечек. Я не помню, все ли я собрал. Не, я не все собрал, это точно. Вот буду этим заниматься. Тут чисто наклеечки, вот. Лента, муми-трогательная зима, вторая серия. Так, это что такое? Лего ФНАФ, это игра Танкмен. ФНФ, а, Лего ФНФ. Танкмен, слушай, опять же, прикольно смотрится. Это, наверное, нужно взять ножницы. И вот так. Вот так аккуратненько. Надеюсь, я там ничего лишнего не разрезал. Так, там еще что-то изнутри. Там что-то написано. Так. Эх, что такое? Там еще какой-то диск. Он ФНФ. Что за ФНФ? Я не знаю, кто, что это такое. Так, Танкмен. Это у него сверху на голове? Слушай, он похож вот так на умницы и умники. Это самодельное лего внутри. Смотрите, как круто смотрится. Вау. Вау. Слушай. А на груди у него что это? Игра крестики-нолики? Необычно. Из чего ты сделал голову? Из чего голова сделана? Не могу понять. А, это колесо. Это колесо от машинки он приделал на лего-фигурку. Слушай, приколдесина. Такая резиновая колесико.
Далее, давайте посмотрим, что вот это. Это, смотрите, он сделал под Among Us вот этот ящик. Видите, как красиво. Это новые Among Us чемоданы в посылке от подписчика. Так, там внутри у нас есть... Вау! Among Us, вот такой космонавт в коричневом костюме. Это Лего! Вау, ребята, мне выпадает Лего Among Us. Легендарный Among Us. Может, это видео так и назвать? А это у нас Эпик. Слушай, почему Эпик монстр? Эпик это, судя по всему, предатель. Посмотрите, какой он зеленый. Тоже сделано круто. У тебя талант лепить, не бросай это дело. Не знаю, иди в художественную школу на какие-нибудь курсы. Очень круто получается. Так, это у нас сиреноголовый пес. А вы видели когда-нибудь сиреноголового пса? Если никогда не видели, то вот увидите. Вот он, видите, четырехлапый сиреноголовый пес. Посмотрите, какие у него чистые зубы. Чистите зубы утром и вечером обязательно. Так, это, возможно, что-то оторвалось. Возможно, мы найдем продолжение. Возможно, это так оно и есть. Это напоминает, опять же, самодельный Lego Among Us. Вот так можно сделать самому фигурку Lego Among Us. Круто. Вау! МД и Петька! Ничего себе! МД и Петька в посылке от подписчика. Слушай, МД и Петька... Это ты не МД... Но МД Петька, он же тоже из Новосибирска, да, он твой земляк. И, кстати, кто знает, как там дела у канала МД Петька? Передавайте им привет. Прям вводите на YouTube канал МД Петька, передавайте привет от меня. Так, тут у нас что? Тон Hot Wheels тут написано. Это крафтовый Hot Wheels, что ли? Ну-ка. Вау, слушай, это ретро Hot Wheels. Слушай, какие-то кнопки, прикольно сделано. 2012 год, это ретро-машинка. Максимум Левей. Сделано в Малайзии. Это Максимум Левей. Выглядит круто. Посмотрите, золотая машинка Hot Wheels. Я, кстати, набрал себе столько машинок Hot Wheels. У меня просто там, не знаю, мне кажется, у меня их штук 50 запечатанных дома. Но я их не снимаю, потому что мало лайков на видео про Hot Wheels. Так что залетайте на мои видосы про Hot Wheels. У меня есть плейлист на канале «Машинки». Вот туда залетайте, ставьте побольше лайков, и я сниму продолжение своей рубрики Hot Wheels. У меня их очень много. Так, это кто-то бандит какой-то, подождите. Это закупыч покрашенной краской. Так, тут, по-моему, клей. Так, это что, это шахматная фигура? Красный закупыч, опять же, выглядит необычно. Слушай. Пахнет такой акварелью краской, но он липкий чуть-чуть. Очень необычно, ребят. Так, это что такое? Бандит. Вот это бандит. Закладка. Закладка. Закладка закупыч, а глаза открываются. Такой красивый закупыч. Здесь, смотрите, прикольно сделано. Так, тут еще много всего. Вот это еще попробую открою. Давайте это наконец оставлю. Это у нас какая-то мордочка. Что это такое? Это мордочка какая-то. Это, наверное, для Мункасина, возможно, его постамент. Возможно, он тут должен стоять. Давайте я сюда вот этого чувачка подставлю. Ничего себе, это большой футбол, акция из магазина «Пятерочка». Кто помнит такое? Сторожилы канала помнят. Вот он, Даня, вот он себя сделал. Слушай, прикольный. Прикольно ты себя придумал. У тебя, наверное, крутой канал. Слушай, надо будет подписаться на тебя обязательно. Ссылочка в описании. Смотрите, какой Даня классный. Так, тут у нас еще есть лего-рука чья-то. Это, опять же, от МД и Петьки, наверное, отвалился кусочек. Так. Эгг. Эгг-яйцо. Смотрим, что в яйце. Вау! Это что, тоже самодельный? А это что такое внизу? Слушай, он еще не застыл, он какой-то мокренький. Это мокренький вот такой динозаврик. Он прям это, он прям, видите, какой он мягкий? Его надо, чтобы он застыл. Надо, чтобы он на воздухе полежал. Вот, все, я его оставлю на воздухе, чтобы он застыл и был твердый. Потому что он такой, знаете, супер-супер мягкий. Из-за того, что его положили в вакуум. То есть он совсем не испортился. Так, здесь у нас все. Ну, тут надо уже брать ножницы. Так, это по отдельности открывается. Аноним.
или аноним. Хепыши. Хепыши такие злые. Может быть, я зря его отрываю отсюда. Возможно, он тут должен был лежать. Но мне нравится именно аноним. Кто это придумал вообще? Это какой-то молодежный юмор. ФНАФ, скрепыши. Да, там внутри что-то есть, надо разделять. Так, ФНАФ. ФНАФ, скрепыши сделано по заказу закупыча Мишка Фредди. О, это мое любимое. Обожаю ФНАФ, правда, никогда не смотрел. Мне просто нравится, как они выглядят. Вот именно дизайн. Дизайн офигенный. У игрушек. Да-да-да. Это что, это утка из ФНАФа? Летсат. Не могу понять, что это. Кто это, ребят, и ФНАФа? Напишите мне, пожалуйста. Разъяснительная бригада идет в комментарии и разъясняет, кто это. Так, это китайские скрепыши, судя по всему. Так, надо аккуратно, чтобы не подрезать. И там у нас что? Так, там все, там вроде пусто. Кто это? Это Анонимус, что ли? Кто это? Или это Вендетта? Слушай, что это за скрепыш такой странный? Это авторский скрепыш. Пояснительная бригада отправляется в комментарии объяснить, что это. Так, это что? Закупыч, изи, изи, Даня, я, ты, слева друг, посылка от хейтеров бьют. Я Данил, они бьют хейтеров закупычем. Для лучшего блогера скрепыши X от Банана, 5 бумажные X и 6 реальные, 12 скрепышей. Сделано в Новосибирске, уже иду, помоги открыть. Вот здесь написано открыть надо, вот он закупыч такой. Прям жалко резать, слушай, это прям произведение искусства такой пакет. Так, надеюсь, я никого не порву там, подожди. Я чувствую какое-то сопротивление. О, хорошо, что не стал резать. Открываем. Так. Так, открываем. Ага, все вроде. Это у нас лев. Это, я так понимаю, его друг, да? Ты придумал ему образ или это он сам себе придумал? Также там есть... Тики. Тики, это кто? Это из ФНАФа или кто это? Не знаю. Также там есть Амогус. Такой красный Амогус. Это Данька. Банан. Банан-посылка. Вот такая. Банан-посылка. Это скрепыш, банан-посылка. Она так и называется. Закупыч скрепыш. Ой, смотрите, какой классный. Вот это я понимаю, мерч. Так, это какие-то эти. Так. Открой только верхнюю часть. Написано. ФНАФ скрепыши. Открой только верхнюю часть. Банан тут написано. Ну-ка. В смысле, а как это открыть только верхнюю? Я хочу все открыть. Что это? А что тут? Тут какие-то руки? Кто это? Лемон. Это лимон или демон? Кто это? Слушай, это очень страшно. Какая-то страшная посылка. Так, скрепыши специал. Гитарыш. Вещи гитары. А, это типа скрепыши вещи. Ну-ка, вот здесь, по-моему, можно открыть смело. Так, что-то я неправильно открыл. Слушай, а кто не... А почему никто не догадался раньше до этого? Ведь реально скрепыш авокадо похож на гитару. Гитара. Скрепыш гитара. Вообще, это можно сказать даже акулеле. Я бы назвал это акулеле. Ну, слушай, ты прям это... Ты будущий, наверное, блогер-миллионник. Потому что ты мыслишь прикольно. Бравлы для закупыча, смотрите, это вот такие от банды. Это бравлы от банды. Моя банда всегда со мной. Даня и Новосибирск. Так. Это Шелли. Посмотрите, как он ее нарисовал. Ты посмотри, как это сделано круто.
Это просто шедевр, мне очень нравится. Амогус, подпишись на Закупыча. Амогус бьет по кнопке «Подписаться на Закупыча». Амонгас, сюрприз, Амонгас, сквиш, скрипыш, попыт, лего, наклейки, часы, Амонгас и так далее. Так, я могу уже подсмотреть, что там внутри написано. Вот здесь надо резать. Так. Ну ты прям вообще кастом. Так, там что-то написано еще внутри. В Новосибирске с Мамиксом живут очень творческие люди. Red Sus. О, вот это Red Sus оказался внутри. Вот он какой он. Дайте его вот так вот. Хопа. Red Sus. Я не знаю, кто такой Red Sus. Вот хоть я вообще не представляю. Скрепыши FNAF внутри. Снова сюрприз. Сюрприз со скрепышами. Здесь мне нужен мой нож. Так, как тебя освободить? Скрепыши, как вас освободить? Это Пургай. Кто это? Ребят, пояснительная бригада. Мне нужна помощь пояснительной бригады. Так, далее. Открываем. Тут еще постоянно у него какие-то пасхалочки. Смотрите, как ты это смог увидеть? Это Данька Бананка. Бананька. Банан. Смотрите, какой банан желтый, прикольный. А на этом все. Слушайте, очень крутая посылка. Так, это я читал. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал мой, подписывайтесь на канал Дани. Мне очень понравилось. Я думаю, он заслужил вашу подписку и ваши лайки. Всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч, спасибо же вас и посылочки. А это сердечко улетает в Новосибирск. К Дане. Вау, пока. Мошенник.